Народный банк Китая PBOC открыл новую исследовательскую лабораторию по криптовалютам. Как сообщает CoinDesk, бывший заместитель директора технического отдела Народного банка Яо Цянь будет назначен директором нового учреждения. Исследовательский институт имеет 7 подразделений, в том числе изучающих блокчейн и финтех. Согласно уведомлению о нами, выпущенном Центральным банком в ноябре, Народный банк активно занимается разработкой прототипов, связанных с цифровой валютой на блокчейне.